ГУВД города Ташкента неоднократно предупреждает жителей и гостей столицы о том, что необходимо с особым вниманием относиться к своему автомобилю. Но, несмотря на все предупреждения, все же имеют место случаи кражи транспортных средств. С подробностями недавнего такого происшествия вас ознакомит мой коллега из пресс-службы ГУВД города Ташкента Равшан Мухидинов. 14 июня 2019 года в дежурную часть ГУВД города Ташкента на номер 102 позвонил гражданин Улукбек С. 1990 года рождения, который сообщил об угоне автомобильного транспорта марки «Лачетти». Улукбек рассказал, что вечером он оставил свою машину на площадке возле дома по улице Мустакилик в Мирзоулукбекском районе. И теперь ее нет на месте. По принятой заявке в столице был объявлен план-перехват. Приблизительно в час дня мы получили сообщение о том, что объявлен план-перехват на автомобиль марки «Лачетти» цвета «Мокрый асфальт» с государственным номером 01F798EB. В ходе розыскных мероприятий в кратчайшие сроки машина была обнаружена и задержана. На данный момент дело передано в следственный отдел ГУВД города Ташкента. Злоумышленник, который сидел за рулем угнанного автомобиля, оказался ранее несудимый уроженец города Ташкента 1999 года рождения Аббос И. Он рассказал нашей съемочной группе, выехавшей на место происшествия, следующее. «Вчера мою машину забрали на штрафплощадку. Я ранним утром вышел на улицу, чтобы раздобыть денег и заплатить штраф. Когда проходил мимо одного из дворов в Мирзоулукбекском районе, я увидел, что окна и двери одной из припаркованных там машин были приоткрыты, а ключ находился в замке зажигания. Я решил воспользоваться этой машиной, чтобы решить свои дела и потом вернуть ее на место. Я сейчас очень сожалею о том, что сделал. Прошу простить меня. Такое больше не повторится». В отношении задержанного гражданина Аббоса И возбуждено уголовное дело по статье 267 части 1 Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Ведется следствие. Уважаемые жители и гости столицы, ГУВД города Ташкента просит вас быть внимательными к своим автомобилям. Если вы решили припарковаться, то по возможности ставьте свою машину на охраняемую стоянку. И всегда будьте уверены, что двери и окна вашей машины закрыты, не полагайтесь на автосигнализацию и никогда не оставляйте ключ в замке зажигания.